Главное, чему научил нас уходящий год – верить в себя. Во время проекта, организованного телеканалом «Енисей», каждый из нас раскрылся по-новому. Я понял, что вокруг меня так много замечательных, талантливых ребят. Кто-то достигает высот в спорте, кто-то отлично поет, а кто-то пишет стихи. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В новом 2016 году нам предстоит покорить еще большее расстояние, чтобы рассказать о себе, завести новых друзей и найти свой путь во взрослой, пока еще не знакомой нам жизни. В новом году верьте в себя. Цените друзей и близких. И пусть вас греет любовь. С Новым годом! С Новым годом!